Друзья, всем привет! Обещал вам показать криопротектор. Вот такой вот я использую. Давно хотел, уже несколько лет как испытать его. Купил на Озоне. Вот ребята тут что-то раззадорили, и в этом году решил все-таки испытать. Вот так вот он выглядит, запомните. Вот видите, написано тут. Сейчас разверну камеру, вам покажу. Вот, смотрите, пишет, что повышает морозостойкость на 10 градусов, даже не то, а на 10 градусов у растений. Вот так вот разводится этот дребедень в воде и опрыскивается растение в сухую погоду, ну, за сутки примерно до осадков, и типа хватает на всю зиму, я так понимаю его. Итак, смотрим. Вот олеандр, сегодня он минус 30 перенес. Вот так выглядит. Его не обрабатывая. Ой, минус 30, фу, заговорился. Минус 12,5, почти минус 13 было. Вот так он выглядит. Ну, понятно, что повреждений пока нет, но когда оттает, посмотрим. Уже, в принципе, ну и весной будут видны повреждения. Вот, минус 12,5. Выглядит великолепно просто. Но этот именно сорт олеандра неплохие результаты показывал у меня и в горшках, когда рос. Так, вот так выглядит магнолия, засыпанная снегом на полном солнце. Пока никаких ожогов не видно. Но эта магнолия практически не горит. Это майкопская магнолия видовая. С таким мелким листом. Она и до этого практически, ну, минимальный подгорание было. Ну, бамбук, понятно, что... Вообще прекрасно себя чувствует. А вот этот куст олеандра был обработан криопротектором. Вот видите, такие белые пятна на нем. Видите, он весь в белых пятнах от криопротектора, от этого. Вот. Видно, как от мороза темнеют листья. Кстати, больше видно, чем на том олеандре. Я не знаю почему. Может быть, работает этот криопротектор таким образом. Видите, потемнение какие сильные на листьях. Вот так вот, минус 12,5. Оттает, посмотрим. Но окончательные выводы будут только весной. Так как в холодное время года, даже если он оттает, не всегда проявляются какие-то повреждения. Вот. Вот так магнолия раскинула ветви от снеговой нагрузки. Вот еще раз смотрим на этот олеандр. Видите, нет таких пятен, как на том. Есть небольшие буквально. Ну, пока выглядят вообще абсолютно, в принципе, одинаково. Тот даже более страшно выглядит, если честно, чем который не обрабатывался. Ну что, ждем весны и смотрим результаты.